Ну вот пришла чудная посылочка Works. Это Works VG644 40-вольтовая моечка. Она пришла из Америки, с сайта eBay заказана, цена 10 тысяч рублей. Просто само устройство без батареек. Сейчас будем вскрывать, посмотрим, насколько все соответствует описанию, насколько нам американский продавец подогнал хорошую вещь. Может быть, что-то и не так. Будем сейчас все это дело, что называется, воочию смотреть. Как говорится, вскрытие покажет. Вот такая коробочка. Здесь у нас, оказывается, вот у нас само устройство. Красивенькое, новое. Как мы видим, оно с двумя батареечками. По две батареечки. К нему идет шланчик. Шланчик с заборником и поплавочком, все как по фэншую. Идет насадочки, насадочка распылитель и насадочка для прикрепления шланчика. И идет удлинитель. Ну, удлинитель доставать пока не буду, достану его позже, потому что буду все примерять. Потом поеду в Леруа Мерлен, прибуду примерять батарейки на эту штуку. Будем смотреть. Скоро сниму следующее видео.